Всероссийская акция «Бессмертный полк» прошла во всех поселениях района. В полдень была сформирована колонна в Назарьево. Участники войны, школьники, курсанты, жители – все встали в единый строй и прошли дорогой памяти. Чувство гордости, гордости за освободителей, наших земляков, которые ушли из этого поселка, из соседних деревень. Мы сейчас их вспоминаем, мы ими гордимся, мы их очень уважаем. К сожалению, часть из них, большая часть, конечно, уже не с нами, но впереди у нас два ветерана, местных жителя. Они отсюда ушли в годы Великой Отечественной войны из поселка Назарьево один и второй из деревни Солослово. И вот сейчас мы видим, они здравствуют, они радуются, и мы радуемся, и мы, конечно, радуемся вместе с ними. В годы Великой Отечественной войны жители Назарьево уходили на фронт. Матери провожали сыновей. Многие погибли, но есть и те, кто дожил до наших дней. Мгновения общения с ветеранами особенно важны для каждого из нас. Пришла с детьми, с своим классом, с первым Б-классом, с родителями, с друзьями, с соседями. Ну, какой каждый год у нас, знаете, как на душе бывает радость, восхищение, но в то же время и мы сожалеем о том, что в такое время погибло очень много наших односельчан. Это дань памяти нашим товарищам, нашим дедушкам, бабушкам, прабабушкам, прадедушкам. И со мной мои дети, со мной мой отец и с нами наши бабушка и дедушки, которые прошли, бабушка до Берлина дошла, расписывалась на Рейхстаге. Один дед был у меня вот танкист, один был политрук, один был моряком, один был артиллерист. Мы храним память о них, все у нас в архиве запротоколировано, фотографии с бережностью храним и передаем детям, чтобы они знали о подвиге нашего народа в годы Великой Отечественной войны. Бессмертный полк прошел по улицам Назарьева. Люди выходили из домов, чтобы поприветствовать героев, защищавших ценой собственной жизни нашу родину. Сегодня они с нами, только глядят с портретов. Завершилось шествие около памятника подвигу советского солдата. 14 деревень входят в состав Назарьевского поселения. Из каждой уходили на фронт солдаты. В память о героях, не вернувшихся с войны, 9 мая зажигаются 14 лампадок. Нет ни одной семьи, которой бы не коснулась Великая Отечественная. 9 мая – День Победы, праздник мира на земле. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».